Тамерлан тоже тексты пишет, то есть нас... когда его прет, он пишет, когда его не прет, он не пишет. Я его заставляю всегда. Семья по жизни, дуэт на сцене. Тамерлан и Алена познакомились в сети. Тогда единственное, что их объединяло – желание петь. Но уже первый совместный клип доказал – все неспроста. «Hey Yo» вошел в мировой топ-30 по просмотрам на YouTube. Сегодня уже в качестве молодой семьи и романтического дуэта Тамерлан и Алена отправились в международное турне по городам Германии, Латвии, Литвы, Украины, Израиля, США и Канады с презентацией второго альбома и концертной программы «Хочу с тобой шоу». Которую мы сочиняем, идеи, которые в последнее время у меня очень много рождаются. Вот. Тамерлан умеет хорошо это преподнести, будем говорить так, продавать. Поэтому я думаю, что мы идеально подходим друг к другу в плане дуэта. Ну, и в жизни. Между нами, любимыми друзьями, есть чувства. Тамерлан тоже тексты пишет, то есть когда его прет, он пишет, когда его не прет, он не пишет. Я его заставляю всегда. Многие болтают, а ты меня послушай. Готов быть для тебя лучшим мужем. Через терник звездам вместе. Нам с тобой будет интересней. Сокровенные минуты и радости. Мы с тобой понесем до старости. Вечно молодые в своей реальности. Я буду У меня сейчас личное ощущение, когда мы пишем новые треки, что вот мы как будто бы только начинаем, да, там? Ну, как да. будто бы 2009. Как будто, ну, да. Ну, конец 2009. Ну, сколько в то время поменялось, да? Когда мы о чем-то пишем, у нас обязательно это сбывается в жизни. Вот, и поэтому... Подожди, Тамерлан. У нас же скоро будет трек про измены. Ну, подожди, то просто, то больше авторский трек, да. Просто мы решили реально отойти от того, чего от нас просто. Ну, это я открыла немножко открыла, секрет. Я открыла тайну. Одного трека из альбома. У нас будет измена с музыкой, вот так. Мне кажется, что мы снова с Тамерланом молодеем. У нас был такой период, когда мы немножко, как бы сказать, не принимали решения сами, а пытались договариваться с людьми, с которыми мы работали, и треки были немного другие. То есть мы пытались подстроиться под какой-то, как это правильно сказать? Под какой-то несуществующий формат. Вот да, он говорит так. То, что нам не особо как бы нравится, вот. Но нужно делать то, что тебе нравится. Сейчас такая тенденция, что люди пишут разные треки, они, допустим, может быть, не совсем понятны лично, например, мне. Если это стреляет, если это людям нравится, значит, нужно делать то, что, как говорится, поет твоя душа. И вот на сегодняшний день мы именно это и делаем. Закрой глаза, и мы взлетаем. Да, недавно мы открыли свою фирму, да? Контору, да. Контору. Вот, поэтому потихоньку все должно происходить своевременно. Сейчас мы потихоньку только открыли свою контору и планируем, думаем о том, что, может быть, будем работать с молодыми артистами и продвигать уже как свой лейбл. Повторяла, может, это ты. Моя судьба. Я так давно искал тебя.